Так вот, так вот, ты, значит, выруливай с Груздевым, а я пойду Панкову предупрежу, пока он тут. Глеб! Глеб, с Груздевым проститься не хочешь? Да что мне с ним прощаться? Я думаю, перед ним извиниться нужно. Ну, о чем ты говоришь, Володя? Он тебе и так руки целовать будет. От радости. Не за что ему нам руки целовать. Мы его так наказали, без вины. Запомни, Шарапов, наказаний без вины не бывает. Ему надо было просто вовремя со своими женщинами разбираться и пистолеты не разбрасывать, где попало. Ясно? Так что наказаний без вины не бывает, Шарапов. Прошу вас.